Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы будем говорить о чувствительности, и к этому меня сподвигла новая серия в разделе Novage от компании Oriflame. Она называется Skin Relief. Такое интересное название. Так вот, эта серия специально создана для девушек, у кого чувствительная кожа. На чувствительность кожи влияет очень многие факторы. Это и экология, и стрессы, и питание, кстати, и так далее. Так вот, эта серия специально нацелена на то, чтобы снизить чувствительность кожи. Так, еще и клинически доказано, что на 23% снижаются мимические морщины, то есть кожа становится более гладкая и упругая. Состав в серии вы можете почитать и сами, но я хочу вам показать, как она в действии, и поделиться своими результатами. Ну, во-первых, пенку я использую уже достаточно давно, мне нравится то, что она именно пенка, то есть здесь жидкость, и специальный дозатор, который преобразует эту жидкость в супер легкую, нежную, мягко очищающую пенку. А для того, чтобы протестировать всю серию, я заказала набор пробников. Обратите внимание, что когда у нас выходит новая серия, то компания выпускает вот такой чудесный пакет пробников. В этом конверте как раз 5 шагов, и даже на каждом пакетике написано квадратики, это означает, какой этап. То есть если здесь один квадратик, это значит очищение, но мы его делать не будем, так как очищение у меня есть в оригинале. Второй квадратик означает, что это крем для кожи вокруг глаз. Третий — сыворотка, и два с четверками, смотрим, один дневной крем, другой ночной. Ну так, сейчас день, я выбираю сразу дневной крем, оставляю себе сыворотку, крем для кожи вокруг глаз и крем, и начинаем умываться. Конечно, любое средство нужно носить на влажную кожу, поэтому увлажним лицо. Итак, пенку даже не нужно трясти, смотрите, я нажимаю один раз, и вот этого количества мне хватает для того, чтобы очистить всю кожу. Особенно хорошо видно, когда есть макияж, и на этой пенке я прям сразу вижу, как тональная основа растворяется, и пенка становится такого же цвета, как тональная основа, легкими-легкими движениями, потому что пенка такая нежная, она просто вот скользящая. Подушечками пальчиков я работаю всегда по массажным линиям без лишнего натяжения, где-то 1-2 минуточки можно сделать такой легенький массаж, дать возможность всем косметическим средствам раствориться, и потом спокойненько смываем просто чистой водичкой прохладной. Промакиваем лицо полотенчиком. Как хорошо. И приступаем к уходу. Итак, беру сначала, так, циферка 2, это крем для кожи вокруг глаз. Здесь есть специальные такие надрезы, и можно аккуратненько подтянуть или взять ножнички, чтобы было совсем аккуратно. Я небольшой уголочек отрезаю, потому что я точно знаю, что этого средства хватит не на один раз даже. Так, где тут кремик? То есть я просто немножечко выдавила, а то, что здесь осталось, мне хватит еще на парочку раз точно. Распределяю крем на зону около глаз, то есть на поорбитальной косточке мы двигаемся. Никакого аромата нету, который мог бы вызвать еще негативную реакцию. Крем очень легенький, мягкий, ну, такой приятный. И пока крем впитывается, я достаю сыворотку под номером 3. А кто заказал себе весь набор, похвалитесь, какие у вас впечатления, как ваша кожа реагирует, понравилось ли вам, то есть заметили ли вы уже эффект, то что
стало лучше, снизилась чувствительность. Естественно, что чтобы получить эффект, нужно какое-то время. Вот небольшое количество сыворотки выпила. Распределяю по лицу, можно даже побольше. Я люблю сыворотку, просто обожаю, считаю, что сыворотки — это такое прям удовольствие. Во-первых, намного более ощутимый результат, когда мы наносим сыворотку, потому что она позволяет крему проникнуть глубже. Сыворотки — это активаторы, которые работают над усилением действия крема. И, конечно, сыворотку не забывайте наносить и на шею тоже. Хорошо, просто как глоток свежей воды. Обратите внимание, все средства, которые у меня на пальчиках остаются, я их втираю в тыльную часть кисти, потому что здесь кожа тоже стареет, она очень тонкая. И когда я сюда наношу все сывороточки, все масочки, все, что здесь крема остаются, а потом смотрю, кожа все равно становится лучше, то есть она не стареет, и меня это очень радует. И четвертый этап — это дневной крем, ну а на ночь, соответственно, ночной, потому что они совершенно разные по консистенции. А что мне очень-очень понравилось в этой серии, ой, какой жиденький дневной крем, то что вся серия сделана с дозаторами. Я обожаю все продукты. Это для того, чтобы туда не проникал абсолютно воздух, чтобы не было взаимодействия с внешней средой, чтобы продукт сохранялся. И понятно, что для чувствительной кожи это очень важно. Хорошо как. Прекрасно. Крем такой легкий. Вот в креме я чувствую какой-то аромат. Что-то знакомое, но не могу сказать, что. Такое легкое, травяное. Отличное впечатление. И помните, да, что и на кожу, шеи, вот этого контура, овала лица мы тоже наносим все средства. Итак, впечатления мои очень приятные. Пока крем не впитался, я еще чувствую небольшую липкость, но нужно дать несколько минут крему впитаться. Он не должен моментально исчезать, потому что все-таки здесь питательные компоненты, идет увлажнение. Все, даем возможность крему напитаться, поработать, и где-то минут уже через 10 можно делать полный макияж. Я вам всем желаю красоты, чтобы ваша кожа всегда выглядела сияющей, чистенькой, ровной, чтобы морщины вообще забыли к вам дорогу, а только приходила свежесть, чистота и сияние вашей кожи. С вами была Лилия Донскова. Если видео полезно, ставьте лайк, и до новых встреч. Пока-пока!